Делегация Белгородской области во главе с заместителем губернатора Ольгой Павловой представила на Московском международном образовательном салоне региональный научно-образовательный центр «Инновационное решение в агропромышленном комплексе». Интегратором сетевого взаимодействия участников научно-образовательного центра выступил Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Ректор вуза профессор Олег Полухин рассказал о роли НИУ БелГУ в проекте, посетившем выставку вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой, министру науки и высшего образования страны Михаилу Катюкову и министру просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой. Данная выставка, она призвана продемонстрировать готовность субъектов к созданию этих научно-образовательных центров. И вы помните, что в послании ежегодном президент говорил как раз об этом, о том, что Белгородская область, Тюмень и Пермский край, они демонстрируют высокую готовность создания этих мест. Вся наша экспозиция, она этому посвящена. Здесь экспонируются и возможности научно-образовательных учреждений, и наших индустриальных партнеров, совместному сотрудничеству и решению тех задач, которые перед нами будут стоять. А задачи эти мирового уровня, как известно, об этом идет речь в национальном проекте. В нашем случае эти задачи мирового уровня должны решаться в сфере агропромышленного комплекса, в сфере информационных технологий, биотехнологий и так далее. Мы эту работу уже ведем со всеми нашими индустриальными партнерами, которые представлены здесь на месте. Мы продолжим на новом качественном уже уровне с учетом того повышенного внимания, которое будет нам проявлено со стороны министерства и правительства Российской Федерации. В рамках Московского международного образовательного салона состоялась панельная дискуссия, посвященная вопросам организации регионально-научно-образовательных центров. В дискуссии принял участие ректор НИУ БелГУ профессор Олег Полухин. Перед нами открывается замечательная возможность получить дополнительные какие-то такие стимулы, не финансовые, а моральные, может быть, прежде всего. В целом, мне кажется, что этот драйв, который сегодня задает этот проект, он всеми воспринят правильно. Все хотят двигаться вперед. Итоги дискуссии подвел министр науки и высшего образования России Михаил Катюков. На выставке областного научно-образовательного центра «Инновационное решение в агропромышленном комплексе» побывали представители сферы науки и образования, органов власти и предприятия из разных регионов страны и иностранных государств. В экспозиции НИУ БелГУ были представлены образцы продукции белгородских предприятий, индустриальных партнеров научно-образовательного центра, видеопрезентации. Посетители могли также увидеть живую цветущую сирень из ботанического сада вуза. По итогам выставки проект «Научно-образовательный центр Белгородской области. Инновационное решение в агропромышленном комплексе» награжден медалью Московского международного образовательного салона за вклад в развитие образования страны. Белгородский государственный национальный исследовательский университет получил свидетельство участника салона.